Здравствуй, дорогой друг, я приветствую клан Альянс Серая Лига. Сегодня очередная пятница, очередной недели, и к нам снова прилетела великая космическая барыга. Давай же посмотрим, что нам в этот раз приволок. Обойдем нашего Каспера веселое привидение, Человек-смерть, что за бред. И смотрим, что он нам приволок. Он нам приволок сразу на оператора, что бросается в глаза, маску, как у Бэйна. Возвращение темного рыцаря. Это помните, это Бэйн, где ходил в маску, там дышал. Вот типа такого. Ну, вещь интересная, веселая. Приобретайте. Горячий заряд Prime. Но тут смотрите сами, решайте сами. И сразу бросается у нас в глаза почти весь пак разреза. Кроме мода на основное оружие, это у нас винтовка. Ну, в принципе, у кого нет, ребята, берите, вещь очень хорошая и нужная, пригодится. Гаргона призма и парные сикачи призма. Тут тоже, ребята, у кого нет, приобретайте, качайте в ранг, и стоит даже пополярить. Что сикачи, что гаргона, очень хорошее оружие. Также неполный набор у нас детал призма. Это у нас наплечники и налапники. Ну, грудака в этот раз нету. Ну, у кого нет, тоже, ребята, берите. Кастомизация будет довольно-таки интересная. Призма, обвес. Это у нас хвост и крылья на носитель. Ну, тут хрен знает. Тоже спорно. Кому интересно, приобретайте. Не интересно, пропускаем. Дневной усилитель синтеза. Это двойной опыт на 3 дня. Ну, тут я бы не взял. Не знаю, как вы, я бы не взял. Нахер он нужен. И, как всегда... Это у нас квест на песке Инароса. Кто делал, не делал квестик, покупайте, делайте. И, в принципе, вот такой вот назос. Довольно-таки интересный получился. Скорее всего, либо на четверочку с плюсом, либо на пятерочку с минусом, я бы сказал. Оружие призма хорошо. Почти весь пак разреза тоже хорошо. Ну и модик, и какая-то новенькая маска приехала к нам. Ну, вот такой вот у нас был интересный завоз. На этом все. Пока.